На небольшом участке рядом с домом номер 40 по улице Солнечной уже намечается стройка. Как рассказывают жильцы соседних домов, здесь планируют возвести две высотки по 25 этажей каждая. Однако инфраструктура в таком густонаселенном районе нового соседства не выдержит, уверены местные жители. Об этом они рассказали главе города Елене Лапушкиной во время личного приема граждан. Проблемы с детскими садами, со школами, они все перегружены. Мало того, что у нас просто транспортный коллапс на самой улице Солнечной, начиная с онкоцентра и заканчивая ТЦ «Апельсином». И плюс ко всему у нас совершенно нет парковочных мест. Не говоря о том, что самое главное, у нас нет зеленой зоны, где мы можем прогулять и гулять со своими детишками, да и сами взрослые. Местные жители хотели бы увидеть по соседству зеленый сквер, но территория находится в частной собственности. При этом, как рассказали представители областного Минстроя, за разрешением на строительство на этом участке никто не обращался. В то же время городские власти уже обратили внимание на обеспокоенность жителей этого микрорайона и поэтому инициировали процедуру смены зонирования. На комиссию выходим, вас приглашаем, меняем зонирование. Это зонирование не позволяет строить там высотные дома и другие жилые дома. Там будет целевое назначение, то есть там либо ничего не будет, либо появится что-то спортивное. Заседание комиссии по застройке и землепользованию пройдет 21 мая, потом состоятся общественные слушания, в которых могут принять участие все желающие горожане. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов, Сергей Баскин. События.